Всем привет, с вами Стивпру, и сегодня покажу мод, который добавляет живые блоки в Minecraft Pocket Edition. Ну что ж, вот у меня стоит сундук крафт. Вот, как видите, они сейчас очень оживлены. Но для того, чтобы их оживить, нам понадобится такая штучка. Тапаем эту штучку по блоку, и наш блок становится живым. Он будет ходить за нами до такой степени, пока мы его сами не остановим. А для того, чтобы нам его остановить, нам нужно тапнуть по нему еще раз. И тогда мы сможем его открыть. То же самое можно сделать и с крафтом. Вот, все, крафт ожил. И то же самое можно его остановить. Но если мы его оживим и стукнем, то у нас он просто тропнется. Вот. К сожалению, этот мод действует только на крафте и на сундуке. Вот, можем их оживить вместе, они будут ходить за нами вдвоем. Вот такой прикольный мод. Очень полезен, если вам неохота с собой таскать верстак, или хочется, чтобы всегда был под рукой. Вот они будут за нами бегать, они никуда не уйдут. Если они даже будут пытаться уйти. Вот. Давайте остановим сундук. Вот. Ну, такой мод. На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.